Так, ладно. Уже хоть что-то. Ага. Во. Я не знаю как, но nigga, we made it. Говорит и показывает. Привет. Ну чё, привет, мир. Привет, мир. Смотри, кто приехал, пиздец. Привет, пацаны. Москва, нормальный город. Баш, какие мысли? Большой. У меня нет слов просто. Серега, в Москве. Привет, мир, с вами экшен. Сегодня мы будем покупать кроссовки. У меня зал получается, я живу в центре, а зал получается в одну сторону, конец города. Я пешком дожду за 20 минут. Я ж не видел никого крутых. Для меня крутой аэробатик. Ну, аэробатик в натуре крутой. Здорово, Руслан. А уровень там Юры Смельцова, мне вообще... Это какое-то что-то невероятное. Даже на видео смотришь, просто и видно сразу, что человек с другой планеты. Со мной. Юра, такой охуенный. Экшен в Москве. Мне место? Да. Попробуем. Вот такой. Смельцов был упущен. Прыгнул под землю и бежал от нас. Так что идем за ним. Пока.